праздничный день состав заслуженных учителей в Анапе пополнился. Звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоились 6 педагогов. Почетными грамотами Министерства образования и науки России награждены 14 преподавателей. Вручены почетные грамоты и 19 благодарственных писем от Краевого министерства. Также многие учителя и воспитатели отмечены почетными грамотами и благодарностями главы города. Хочу еще раз поздравить вас с праздником, пожелать вам здоровья, терпения, успехов. Вы учите наших детей, учите наших внуков. Спасибо вам большое и удачи вам и наилучших пожеланий. Поздравлениям присоединились и ученики. Многие приходили в городской театр с цветами и приятными сюрпризами. Творческие коллективы курорта дарили зрителям свои красочные номера. Без внимания не оставили ни одного учителя. Я думаю, это один из самых светлых, добрых и хороших праздников в России. Огромного терпения, огромного здоровья, счастья, удачи в жизни, хороших учеников.